Отбор прошел очень хорошо. Мы отлично поработали, сыграли несколько хороших матчей. Мы потренировали игру нашего звена, получше узнали друг друга и отлично провели время в Чехии. Очень рад, что удалось забить в своей первой игре за новый клуб. Хорошо, что мы выиграли все матчи на этом сборе. Но думаю, что ближе к сезону мы будем играть еще лучше. Я еще не успел познакомиться со всеми одноклубниками, но все они кажутся мне отличными ребятами и прекрасными игроками. Думаю, что скоро узнаю всех получше. Ну, я пару недель летом отдохнул, но потом все равно, как я думаю, каждый игрок готовился самостоятельно, я не без исключения. И сборы мне дались, не сказать, что тяжело, но вытерпел, и как все, мы готовимся дальше. Ну, Найджел, он большой мастер, и все это знают, с ним приятно играть. Он отдал передачу, он бросает, он забивает. Ну, приятно играть с этим хоккеистом. Ну, случился очень такой неприятный момент, можно сказать, на ровном месте. Получается, ноги у него развернуло так, не очень удачно, он летел головой в борт. Но слава богу, что сейчас с ним все хорошо, и мы всей командой желаем ему только здоровья, и чтобы он поскорее возвращался к нам, мы его очень ждем.